рынках в торговом центре «Мега», несмотря на погоду, решили продлить ощущение лета. Всем посетителям ежегодного праздника еды, цветов и развлечений вручают желтые дождевики. С ними настроение на порядок выше. Для тех, кто замерз, горячая кухня от именитых шеф-поваров. А тем, кто уже подкрепился и хочет подвигаться, прямая дорога к сцене, где выступает кавер-группа. Десятки интерактивных площадок для гостей фестиваля. На мега-летофесте можно научиться делать макияж, составлять цветочные букеты и даже помочь планете и уберечь ее от загрязнения. Вот такой эко-велосипед приводит в работу систему по переработке пластиковых крышечек. На первый взгляд управлять им несложно, но маленьким участникам акции не помешает помощь взрослых. Подготовка была длительная, вовлечено в нее очень большое количество людей. Наверное, все лето и готовились к такому финальному аккорду летнему. Финальный аккорд прозвучал, люди довольны. В этом году фестиваль посетили несколько тысяч жителей не только Химок, но и соседних городов. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.